От югорчан ждут предложений, как помочь Сирии. Все инициативы внесут в дорожную карту. Губернатор Югры Наталья Комарова рассказала журналистам о рабочей поездке в Сирийскую Арабскую Республику. Глава региона, единственная в составе российской делегации, представляла губернаторский корпус. Делегаты провели несколько встреч, в том числе с премьер-министром Имадом Хамисом и лидером страны Башаром Асадом. Кстати, президент Сирии принял приглашение Натальи Комаровой приехать в Югру. Еще одним знаковым событием для округа стало подписание меморандума с сирийской провинцией Хомс. Соглашение подразумевает сотрудничество сразу в нескольких сферах, в частности, в области топливно-энергетического комплекса. Мне было крайне важно и в этот раз, в очередной раз, создать условия для продвижения интересов нашей территории, для продвижения вообще знания и понимания о Югре, о Сибири, о Западной Сибири, о Российской Федерации. Чем больше людей в мире будут понимать друг друга, тем больше шансов на жизнь. Возвращение к мирной жизни быстрее и эффективнее будет тогда, когда есть союзники и в этом, да, не в войне, а в мире. Кстати, из Сирии Наталья Комарова привезла с собой гильзы. Завтра она передаст их в дар поисковым отрядам в качестве экспоната для музея. Напомню, что в Нижневартовске состоятся два важных мероприятия. Это слет поисковиков и открытие патриотической акции, посвященной Дню Победы.